как я мою свою чашку, Эльза и Анна, своими руками. Вот. Мне как раз 7 лет, я умею посуду мыть. Сначала включаю теплую воду. Берем вот эту вот мочалку, берем мыло, наносим кружку и вот так вот натираете. Вот так. Сначала сверху гоним. И так. Примерно вот так и вытираем. И потом берем и теперь вот так. Вот так хорошенечко протираем, чтоб им все блеск был. Ой-ой-ой, как красиво было. Теперь вот здесь оттираем, оттираем. Да, 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 надо умываться по утрам и вечерам, а не чистым трубочином, сестрам. Сестрам, да вот, да, здравствуй, мыло. А, да, здравствуй, мыло, души, вот, она вся мыльная. Теперь нужно ее смыть. Все, кружка готова. Вот. Она чистая. Вот здесь было коричневое, а теперь белая. С вами была Мэри. И всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Все, всем пока-пока.